Самый главный и светлый праздник православных христиан – Пасха – отметили 16 апреля в актовом зале школы номер 15 города Каспийска. Встречали гостей представители учебных учреждений города праздничными угощениями – пасхальными куличами и яйцами, блинами и другими явствами. Началось мероприятие с выступления военного оркестра краснознаменной Каспийской флотилии. Отпраздновать воскресение Христова пришли почетные гости. Контр-адмирал, командующий Каспийской флотилией Александр Пешков, начальник управления образования муниципалитета Лариса Абрамова, представители администрации города, а также настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспийска иеромонах Иоанн. Я радуюсь о том, что есть такое у нас взаимопонимание и сотрудничество. Так должно быть, так всегда было, так пускай всегда будет. И глава, и флотилия, и церковь, и общественники, и школа. Все мы должны быть вместе. И поэтому я вас благодарю за то, что мы этот день проводим вместе. Мы вместе празднуем, вместе радуемся. И с праздником всех вас! С праздничной концертной программой на сцене для присутствующих выступали воспитанники школы искусств имени Сергея Агабабова, Дома детского творчества, школы эстрадной песни, воскресной школы, а также ансамбль «Берегиня». В этот же день председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов с коллегами Народного собрания Дагестана посетили Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы и поздравили представителей духовенства с Пасхой и Светлым Христовым Воскресением. Православные, иудейские, еврейские, мусульманские, не важно. Важно, что это наши праздники, что мы вместе. Далее состоялась беседа о взаимоотношениях духовенства и Дагестана, а также о сотрудничестве церкви с депутатским корпусом. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».